Добрый день, друзья! И сегодня я выполняю третье задание марафона «Вызов и победа». И задание такое: почему мы должны создавать себе правильное окружение? Для каждого человека правильное окружение – это свое. И мы видим, что каждый человек в своем обществе, он похож на своих людей, которые с ним в одной компании. Например, если вы выходите и видите возле какого-то пивного магазина, винного людей, то они, как правило, тоже на друг друга похожи, да? Почему же нужно создавать правильное окружение? Все успешные люди, все люди, которые занимаются личностным ростом и развитием, они говорят: создай себе окружение, то, которое тебя обогнало. То есть окружай себя людьми, которые тебя обогнали, и только тогда ты будешь расти. Поэтому очень важно окружать себя теми людьми, которые будут верить в твои мечты, которые будут формировать в тебе веру в себя, уверенность, и на которых ты будешь желать быть похожим. Можно обратить внимание, человек, который дружит со спортсменами, он, как правило, тоже сам загорается этим видом спорта. Музыканты, они в свое общество, собираются, клуб шахматистов, собаководов и так далее. И поэтому очень важно, вот все у нас в голове. Ты будешь похожим на тех людей, с которыми ты дружишь. Говорят еще такое, что если посчитай все деньги своего окружения, примерно вычисли средний доход, это то, что ты будешь иметь. Это если говорить в материальном плане. Но это касается всего. Недаром Омар Хайям сказал: уж лучше быть одному, чем вместе с кем попало. Да? Мудрость народная говорит, что покажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот это все не зря. Поэтому, ребята, я желаю, чтобы вы окружили себя такими людьми, с кем вы будете расти. Такими людьми, какую жизнь вы себе желаете. Посмотрите, как рассуждают ваши люди, как они выглядят, как они говорят, как они проводят досуг, где они путешествуют. Да? Покажи, как ты проводишь свой отпуск, свой досуг, и я скажу, кто ты. Поэтому, если вы хотите много путешествовать, если вы хотите быть счастливыми, хотите зарабатывать, быть приятными, интересными в обществе, то окружайте себя такими людьми, которые в этом плане вас обогнали. Вот. Да, кстати. Сейчас произошло одно из чудес в моей жизни, потому что я делала репост о том, что Ник Вучич приезжает в Москву, и даже где-то написала: он везет москвичам. И сегодня произошло такое событие, что я, оказывается, там тоже буду. Там будет Ник Вучич, Майк Тайсон, там будут люди, которые действительно лидеры и многого добились. И я имею возможность попасть туда, я сегодня это узнала, за 50%. Ребята, я могу взять с собой 4 человека, которым могу тоже такую же возможность предоставить. С вами была Иванова Лариса. Окружайте себя правильными людьми, вам будет везти. Пока-пока.